Марина. Мама. Мамочка пришла, мама супчик принесла. Сейчас мы с тобой будем кушать супчик вкусненький. Игорь, спасибо. Слушай, Игорек, такое дело. Марин, я не могу, скажи лучше ты. Игорь, мы с Андреем решили расстаться. Да, ну чтоб ты не переживал, волновался так сильно. Елена Денисовна, вы не против, если мы с Игорем будем встречаться, а? Ну что ты? Ты ж такая хорошая девочка. Я только счастлива буду. Игорюшенька, давай, давай покушаем. Давай, ротинку открывай. Вот умница. Елена Денисовна, можно мне тоже супчику? Конечно, можно, конечно, можно. И тебе. А мне? И тебе, моя девочка, и тебе, моя рыбонька. И мама покушай. А давай поженимся, а? Нет, ну, может быть, конечно, сейчас рано, но после школы... Очень. Очень правильное решение. Да, абсолютно. Соглашайся, Федорчик, соглашайся. Жить будете у нас. Жить будет у Игоря своя комната. Там очень удобно. Игорь, ты давай сейчас. Не, давай еще супчик. Что происходит вообще, Игорь? Игорь, что происходит? Игорь, Игорь, Игорь. Прячнись. Просыпайся. Прячнись. Игорь, давай просыпайся, а? Просыпайся. Просыпайся. Игорь. Лёх, Игорь, просыпайся. Подъем! Чернов! Чернов! Чернов, просыпайся! Чернов! А? Просыпайся! Ты чего, здесь ночевал? Нет. Ну как нет? Тебя что, из дома выгнали? Неважно. Ну, так и что дальше? Бегу по парку. Да. А он на скамейке лежит. Спит. Напился, значит? Да нет, вроде. Ну, или наркотики употреблял. Или ограбил кого-то. А домой идти не хочет, потому что там милиция. Уголовник бывший не бывает. Зря ты так. В жизни всякое бывает. Заклеймить человека не тяжело. Леонтьева, подойди, пожалуйста. Да. Ваш Чернов на скамейке в парке спит. Это как вообще называется? Ты бы хотя бы как староста разбралась с этим? Ну, во-первых, доброе утро, а во-вторых, это меня не касается. Доброе утро. Может, с парнем что случилось? Ну, разберитесь. Так зачем ты в староста напросилась, а? А если в школе что-нибудь случится? Так для этого вы, охранники, существуете. Чтобы в школе ничего не случалось. Стерва. Жалко Чернова. Ребята, довели парня? Что? Что-что? Дружок ваш на скамейке в парке ночует. Как в парке? Так. Не веришь, у Антона спроси, он его видел.
А каким образом это нас должно касаться? Ну так это же, наверное, из-за Марины. Любовь. Это уже не твои проблемы. Это твои проблемы. Андрей, слушай. На него вчера мать наорала, когда он деньги мне на такси брал. Может, она его из дома за это выгнала? Ну, давай его у тебя поселим. Не надо так. Вот тогда я не думаю об этом. Пойдем. Привет. Здорово. Что в школе происходит? Да к восстанию готовится. Ребята, наш комитет собирает подписи несогласных. Несогласных с чем? С заглушкой, наверное, с чем еще? Ну могу я свою подпись поставить, дальше-то что? Мы сначала соберем подписи, потом деньги, потом наймем юриста. Но это же нарушение прав человека, статья. Какая там статья? Какая разница, главное собрать деньги, а знаешь, человек всегда разберется. А поскольку скидываемся-то? Это сейчас не важно, сначала надо собрать подписи. Так ты пусти листок передам. Все будут подписываться-то? Кто будет подписываться еще? Нет, я не согласен. Здравствуйте, садитесь. Кто у нас отсутствует? Чернов. Что случилось? Неизвестно, но сегодня его видели в парке, он спал на скамейке. Как так? Это Леонтий его у нас так шутит. Приболел он просто. Шуточки у вас, 11-й Б. Ну, пусть болеет. Хорошо. А? Тишина-то какая. Мобильные телефоны не звонят. Ладно. Откроем тетрадь и запишем новую тему. Слушай. Я знаешь, чего подумал? Мне кажется, мы должны Игорю позвонить. Надо ему помочь. Чего ты так на меня смотришь? Просто я не думала, что ты захочешь помогать Игорю. Марин, ты тоже как все думаешь, что раз я шучу постоянно, значит, я дурак. Я нормальный человек, и я не могу в такой ситуации бросить парня, который так меня выручил однажды. Это смешно, да? Андрей, ты все правильно говоришь. Игорь хотел помочь нам, когда мы с тобой поссорились. Хотел нас помирить. Тем более. Ребята! Можно ваши подписи напротив фамилии? Сумму мы потом разберемся. Но вы готовы сдавать деньги, если что? Готовы, готовы. А что с Черновым-то? Нормально все с Черновым. Пойдем? Ну, держитесь, Борис Максимович. Пожалуйста. Нет, Ярик, это невозможно. Я пойду к бармену и попрошу его, чтобы нам в кафе поставили телефон. А что толку-то, Слава? Ну, будут дети сюда приходить, не есть, а разговаривать по телефону. Что тебе? Сок, пожалуйста. Решать свои домашние проблемы. Ребята, привет. Привет. Привет, девочки. Вас устраивает то, что происходит в школе? Нет, нас не устраивает то, что происходит в школе. Вы находитесь в школе, где нет сотовой связи. И пропустили важный звонок, да? И ни один не поверишь. Ну, тогда ставьте свои подписи напротив фамилии. И сдавайте по 100 рублей. А вот это еще зачем? Будем нанимать юриста. Боремся за свои права. Ты знаешь, Ярик, а я уже готов. Где расписываться? Вот здесь. Я, в принципе, тоже, но у меня денег нет. Ну, давай я за тебя сдам. Ну, ага, мне потом будет жалко отдавать. Ярик. Ладно, ладно, я тоже распишусь. Где? Вон. Леонтьев, ты с нами? Конечно, нет. Понятно. Пойдем. Пойдем. Так, очередь не занимать, перемена заканчивается. Я к Борису Максимовичу. По какому вопросу? По личному. На следующей перемене зайди. Можно? Да, прошу. Борис Максимович, в школе складывается нездоровая ситуация. В каком смысле? В смысле, Зина Канарейкина собирает подписи, деньги на юриста и собирается подать на вас в суд. На меня? За что? За глушилку сотового сигнала.
Понятно. Пусть делают, что хотят. Ясно? Я стараюсь, не для себя, для школы. Я согласна полностью. Ну, отлично. Спасибо за сигнал, будем разбираться. Еще, Борис Максимович, мне неудобно это говорить насчет Чернова. Что такое? Антон действительно видел его в парке, он спал на скамейке. Я не знаю, пьяный или трезвый. Он не ночует дома, он прогуливает школу. Что-то случилось? Я не знаю. Может быть, тюремное прошлое не дает ему покоя? Может быть, он от милиции скрывается? Значит так, это обязательно нужно выяснить. Возьми это на себя, как староста. Да что выяснять-то, Борис Максимович, и так все понятно. Послушай, человеку всегда надо давать шанс. Запомни это. Поговори с ним как-нибудь деликатно, объясни, что это неправильно. Одному всегда тяжело. Если кто-то вовремя не протянет руку помощи, то... Я, конечно, поговорю, Борис Максимович, но это бесполезно, уверяю вас. Все-таки постарайся. У вас история сейчас? История. Пойдем. Борис Максимович, мне бы не хотелось, чтобы кто-то знал, что мы с вами разговаривали. Хорошо, иди, я приду позже. Mm? Ребята, Людвиг задерживается на 10 минут. Надо действовать организованно, понимаете? Список есть. Деньги тоже собраны. Почти. Кто мне еще не сдал? Да, я завтра принесу. Я завтра принесу. Ой, да пару сотен погоды не сделаем. Ребята, а может быть, сами в суд подадим? Давай. Чего деньги тратить? Ну, я вот грамотно все составлю. Вася умеет. Лужин, тут нужен специалист, понимаешь? Да. А я ж... Здравствуйте, 11 Б. Садитесь. Ну что, красавцы, в суд решили на меня подать, да? Нет. М? Нет? Я все знаю, между прочим. В курсе, так сказать. Ну и чья-то идея? Кто у нас тут такой умный, самый? А вас обманули, Борис Максимович? Я даже догадываюсь, кто умный. Сотник. А не ваша ли эта идея? Мы сейчас не будем выяснять, кто, да что. Просто имейте в виду, что если вы все-таки решитесь устроить такую пакость, то я вам такого устрою, что вам еще хуже будет. Понятно? Да, нам все понятно. Очень хорошо. Хотя я думаю, что вам ничего не понятно, Вазила. Вот и вам особенно непонятно. Мне что ли это надо, а? Скажите, пожалуйста. Мне это зачем? Для вас стараюсь. Прекратите разговаривать. Для вас стараешься. Пытаешься вам что-то сделать, чтобы было лучше, чтобы условия в школе были нормальные. Чтобы учились вы нормально, в тишине. Воспринимали материал, чтобы в голове хоть что-нибудь осталось. А вместо этого получаешь вот такой вот... Знаете, как это называется? Предательство. Борис Максимович, но поймите нас, нам тоже сложно без телефона. Ой, как сложно. Ой, как сложно теперь без мобильного телефона. Прям невозможно. В общем, не будем это обсуждать. Я один раз говорил, и еще раз повторяю. Я в этой школе директор, а вы ученики. Яйца курицу не учат. Ну и кто ему настучал? Кто ему настучал? Олеся! Кто ему еще мог настучать? Конечно. И побежала, и настучала. Ребят, нехорошо это из-под тишка. Может, поговорить с ним? И что? Эти разговоры ничего не изменят. Он упертый. Все-таки поговорить надо. Ну, давайте поговорим. Ребята, Борис Максимович просил вам передать, чтобы вы поговорили с Черновым. Плохо, парня, надо ему помочь. Что-то нам Борис Максимович ничего такого не говорил. Он меня просил вам передать. Давай мы сами разберемся. Разбирайтесь, только быстрее. О результатах расскажите мне. Стукачка, иди погуляй, а. Андрей, подожди.
Что мы делать будем? Ничего, я зайду к нему домой, и все. Может, вместе зайдем, а? Хочешь его увидеть? Я тебе хочу помочь. Марин, давай я сам разберусь, ладно? Ты точно разберешься? Я же сказал. Ну ладно, идем. Так Осотник-то не разберется. Ему же выгоднее, чтобы Чернов валялся где-нибудь на скамейке в парке. Знаешь почему? Потому что они все влюблены в Левицкую. Вот так интересно. Любовь такая странная штука. Я же вот на самом деле тоже, когда влюбляюсь, я каждый раз думаю, что это навсегда. Ничего подобного. Пока не получалось. Ну, может быть, пока что не везло. На самом деле, я сейчас... Я тебе уже рассказываю эту историю. Я познакомилась с молодым человеком по интернету. Я его ни разу не видела. Но мне кажется, что он очень хороший. Вот. И я это к чему говорю? К тому, что я понимаю Чернова. Потому что когда наступает любовь, когда она приходит, ты ничего не соображаешь. Ты не можешь понять, что вокруг происходит. И в этой ситуации очень нужен друг, который тебе поможет. Вот на самом деле, вот Чернову же сейчас нужно учиться. Ему нужен какой-то человек. Вот ситуация в семье очень сложная. Ему нужен друг, потому что, может быть, эта любовь, она ненадолго. Может быть, она пройдет, а аттестат это не будет. Надо, чтобы какой-нибудь человек просто взял, подошел к Чернову и сказал: «Ах ты, Игорь, возьми себя в руки». Березкина, я пойду и поговорю с Черновым. Только успокойся, пожалуйста. Где ночевал? В парке. Так что, домой-то пришел? Так а вещи забрать? Ты деньги принес? Нет. Мне что, заявление в милицию подавать? Мам, заявление в милицию пишут. Мне что, заявление в милицию написать? Пиши! Пиши! Ты что думаешь, тебя за 500 не посадят? Батьку за 20-ку посадят? Мама! Что, мама? Мы же родные люди. Родные у своих не воруют. Я же сказал, я отдам. Ты мне на жалость тут не дави! Если я замечу, что в доме пропало, я сразу в милицию напишу. Ключи отдай! Здорово, Чернов. Привет. А я к тебе. По какому вопросу? По какому? По личному. В школе про тебя спрашивают. Кто? Учителя, сам не догадаешься. Прогул тебе хотят поставить. И чё? Ничего, Чернов. Знаю я, что ты в школу не ходишь. Вот чего. Знаешь, Ворон, у меня дел много, я пойду, наверное. Стоять. Из-за Маринки за своей не ходишь в школу, да? Лишний раз ее видеть не хочется, правильно? Не твое дело. Короче, слушай сюда. У меня в том году тоже была такая история с одним чуваком, которого я любила. А он меня нет. Придурок. Любил эту лохудру длинноногую. До сих пор поди любит. А я была для него просто другом Чернов. Нет, он, конечно, мог воспользоваться моим к нему отношением, но... Ну, еще. Чего-чего, ничего. Чернов, не тупи, иди в школу, понял? Не стоит от того. Спасибо за совет. Но решение я уже принял. Алло, бабушка? Я просто немного задержусь в школе. Что? Да, я просто в кружок записался там. Все, следующий. Пока, бабушка. О, привет всем. Слушай, Лен, дай я позвоню быстренько. Ребята, в порядке очереди за вашей. Я очень быстро, очень быстро. Тихо! Прости, дорогая. Так. Игорь.
еще раз звоним. Ну, в оборот, ребят, мы два раза звоним, тут же очередь. Ладно, в другой раз позвоним. О, смотри, кто пришел. Чернов, а какой у нас сейчас урок, а? Что в сумке? Куда мы идем? В сумке вещи, иду к директору. Угу. Значит, натворил что-то. Спишь ты скамейки по ночам, да? Чего надо, придурок? Что ты сказал? Глухой, что ли? Стой! Тихо, спокойно! Тихо, я сказал! Что, борзел, что ли, иди, Чернов, тихо! Ты его урой сейчас. Успокойся, Саш. Сядь. Они что, руки не моют, что ли? Привет. Борман у себя? Привет, да, у себя. Здрасте, Борис Максимович. Здравствуй. Садись, подожди меня. Да, слушаю. Я хочу забрать документы. Не понял. Что случилось? Почему в таком виде? Я уезжаю. Куда? Из города. Сейчас очень легче. Подожди, я ничего не понимаю. Ты так хотел учиться. Борис Максимович, обстоятельства сложились таким образом, что учиться я не могу. Игорь, ты понимаешь, что я обратно тебя уже не смогу взять? Остался год. Доучись, ладно, а? Я понимаю, Борис Максимович. Стоп! Борман у себя? У себя, только там Чернов. Девочки, нельзя толпой ходить к директору. Нам срочно! Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Чернов. Мы пришли вам кое-что сказать. Чтобы вы знали, мы действительно звоним юристу. Так, быстро, марш отсюда. Марш на урок. Может быть, есть возможность решить все мирным путем? Мы даем вам последний шанс. Что? Что вы сказали? А ну быстро отсюда! Вот а ну быстро отсюда! Мы звоним юристу! Выйдите, я сказал! Ну, ты видел, да? Они мне дают последний шанс. Вообще уже. Не школа, сумасшедший дом. Да. Слушай, давай-ка подумай еще. Приходи завтра, сегодня все равно ничего не получится. Почему? Ну, не получится. Подумай. Я действительно даю тебе последний шанс. Борис Максимович, я уже подумал. Завтра. До свидания. До свидания. Привет. Привет, Марина. Слушай, я ухожу из школы, может быть, уеду из города. Игорь, не надо этого делать. Марин, все уже решено. Я просто хочу увидеться с тобой последний раз. Давай в парке в 4 часа. У скамейки. Сможешь? Я смогу, но... Ну и отлично. Чего он хотел? Прощаться. Он на школу уходит. Понятно. Ну что, после школы ко мне? Андрей, я вспомнила, у меня папа приезжает, у него ключей нет. Мне надо сразу домой зайти. Папа приезжает. Давай вечером, а? Давай вечером, хорошо. Только не очень поздно, ладно? Сегодня наши играют. Жалко, конечно, парня, но ничего не поделаешь, это жизнь такая. Пойдем учиться. За годом год, за часом час. Кружит планета, ускоряется. Все происходит в первый раз. А может, просто повторяется. Сегодня первая любовь.